Уважаемые друзья, значит, те, кто по-настоящему задумывается о своем здоровье, приглашаю к открытию осенне-зимнего, весеннего сезона 2015-2016. Вот. Те, кто хочет узнать, что такое настоящее здоровье, вот, получить радость от жизни, значит, по-настоящему от природы, нужно начать купаться круглогодично. Вот. Здесь ничего такого нету. Те, кто думает, что это опасно и это плохо, они глубоко ошибаются, просто по одной простой причине. Природа – это мать наша, это наша среда обитания. Мы вышли из природы. Вот. И сами подумайте, разве мать может пожелать своему ребенку плохого? Природа нам плохого никогда не пожелает и никогда не сделает. Вот. Соответственно, если вы начинаете по-настоящему дружить с природой, понимать ее, будете от нее получать только хорошее. Ваше здоровье будет укрепляться, вы забудете про насморки, про чихание, про болячки всякие. 90% ваших заболеваний вас покинут. Вот. Никакого вреда от этого нет, но единственное, значит, напутствие нужно делать, подходить ко всему с умом, аккуратно, вот, значит, и постепенно привыкать. Те, кто хочет это сделать, как раз самое время сейчас начать. Сегодня, какое число сегодня? Третье? Угу. Сегодня 3 октября, вот, достаточно хорошая погода стоит, устойчивая, вот, в Московской области, вот, нас в этом году погода нас порадовала. Вот. Поэтому, если вы будете выходить на природу хотя бы раз в неделю купаться, вы очень грамотно подойдете уже к зимним купаниям. Любой человек подойдет. Вот. То есть, вне от... Если нет у него там глубоких противопоказаний по здоровью, если там нет каких-то там серьезных болячек. И даже в этом случае можно, если даже есть какие-то противопоказания на природе, можно это делать, в принципе, дома, обливаясь прохладной водой. Русский народный учитель Порфирий Иванов, он как раз очень много об этом говорил. Вот. Очень много. Просто люди бегают куда? За здоровьем. В аптеке, к докторам. Но доктора... Значит, и современная медицина здоровье по-настоящему не понимает. Почему не понимает? Да очень легко. Значит, просто потому, что медики, они лечат заболевания, людей от заболеваний, от тех заболеваний, которыми болеют сами. В этом и проблема. Если бы они этими заболеваниями не болели, можно было бы с уверенностью сказать: ага, так, значит, вы не болеете, вы себя вылечили, значит, вылечите нас. Нас вылечить, себя они вылечить не могут, ну и, естественно, нас вылечить не могут. И очень большая проблема, что вся современная медицина превратилась в чистом виде в бизнес. Вот. Когда, так сказать, политика «руби бабло», вот, она медицину практически уничтожает в корне. Ее практически не осталось. Не осталось спортивной медицины. Вот. Не осталось медицины для пенсионеров. Вот. Не осталось практически никакой медицины. Ну, так что рекомендую возвращаться к тому,
чем лечились наши предки. Вот. Что еще очень важно понимать? Кроме постепенности перехода, очень важно понимать, что в данном случае мы, когда мы выходим на природу, становимся босыми ногами на нашу мать сырую землю, значит, заходим в воду и дышим открытым воздухом, свежим воздухом. Мы находимся во владении трех стихий: вода, воздух, земля. Вот. Когда мы это все в себя вбираем, перемешиваем, мы как раз в этот самый момент получаем так называемое, то самое природное здоровье. А другого и не существует, кроме природного здоровья. Вот. Так что приглашаю всех на заниматься купаниями на свежем воздухе круглый год. Вот. Забыть о своих болезнях, о своих немощах. Спасибо за внимание.